Хотел рассказать об этих байках, так как это стало очень обширным таким общественным транспортом. Многие люди, чтобы добраться до метро, либо еще куда-то, просто используют этот байк, так как его в любом месте взял и бросил. Угу. Есть некоторые на голову немного больные люди, и они делают так, то что оставляют здесь шприц, либо еще что-то, иголку, и когда ты садишься своей попкой, то ты ляжкой, либо еще чем-нибудь накалываешься на вот эту иглу. Возможно, а зачем они так делают? Возможно, это просто больно, но в некоторых случаях они могут с инфекцией это делать. Да ты че? Да, здесь частенько в последнее время распространяют эту рекламу, то есть будьте бдительны, сначала осмотрите всю сидушку, то есть нету ничего, а потом уже садитесь на нее. Вон, что, нифига себе. Да, проводите. Ладно, Жек, спасибо за полезную информацию. Ставим лайки. Палец вверх. Да-да-да. Все, мы взяли, я на велике, вот такой звонок здесь, крутится передние тормоза, задние тормоза. Все, ладно, сейчас поедем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Ребята, мы доехали до этого парка. Жека, как называется этот парк? Чинфэнгуньян. Чинфэн, что означает с китайского радоваться богатству. То есть? Ну, может, то, что... Праздник богатства? Праздник богатства. Может, из-за того, что он находится близ этих бизнес-центров. Угу. Вот у него есть весь праздник, где ты наслаждаешься природой. Вблизи урбанизированной местности. Вблизи зазравшихся буржуев, да? Что такое «э»? Это «да»? Это китайцы частенько используют такие выражения, как «м-м», типа «а, понял». Они используют либо «м», либо «эй», типа «вот оно что». Есть несколько таких вот фраз. А вот я вот заметил, допустим, если телефон зазвонил там у китайцев, он берет и говорит «эй». Way. Это типа «да», а «вэй»? «Вэй» – это «алё». А, «алё»? Да. А то иногда кажется, он типа что там кейкает? «Эй, привет, да?» О себе на китайском, так как здесь одно из популярных работ, почему приезжают сюда студенты, либо кто-то еще, просто в поисках работы работают моделями. Угу. Для них просто наши данные о росте и просто то, что европейской внешности, это уже можно стать вообще звездой там телесериала, либо еще. Да ты че? И все приезжают сюда именно на подработки как раз таки моделью в массовках, либо еще чем-то. И обязательно нужно подготовить материал. Это презентация, либо еще что-то, видеоматериал там о себе, представление. Угу. Пусть будет даже на английском. А если на русском представление? Ну, можно и на русском, кстати. Да? Потому что им главное, чтобы увидеть как-то в общем силуэт человека, как бы его движение, там им без разницы, они не будут понимать, но... Знание английского обязательно, если чтобы сюда устроиться на работу? Вообще желательно, да. Ну а если не знает человек английский? Придется без выучить. Проблем. Люди так вот приезжают сюда без знания английского и запросто живут. Как бы, работают. Как-то через переводчиков общаются, да? Да, даже как-то проблем не испытывают. Но... Может, сейчас из-за технологий, то, что телефоны, все вот эти переводчики, все можно найти. Ну да. Понятно.
барьера языкового не существует. Ясно. Так, здесь находится детский городок, аттракционы. Так, что ты сорвал? Плод. Да, такой весь. Мелкую, остренькую. Не сильно. Нет, ну если он надавит, да, остренькая. И что там внутри? По-моему, пух. Да, вот он вскрывается, и потом начинает летать вот это все. То есть здесь такой пух летает, не тополиный? Да. Бывает все же тополиный пух, но это редкость на несколько дней, и все, и больше его не будет. А когда начинает такой пух тут летать? А он всегда летает в течение лета. Вот это все? Да, он всегда цветет, опять заново выцветает. Заново плоды появляются. Ну. Ребята, в этом парке много вот таких деревьев, на которых растут розы, и запах прям идет медовый, да. Розы, мед. Что-то такое. Потому что ты из Башкирии, поэтому да, с медом даже. Расскажи, Женек, кем ты здесь работаешь? Или кем Маша только не была, кем Маша только не занималась. Ну, приходится по общему течению, по мейнстриму идти. Это также модели, но изначально студент. Так, образование не такое дешевое обходит. А ты где учишься? Подрабатываю. Учусь я технический университет, вот, на профессию промышленный дизайн. Угу. Достаточно востребованная профессия. В Китае, да? Да, и не только. Кстати, в России только начала она развиваться, только в ближайшие годы появилась эта профессия в вузах. Вот. Это когда ты изобретаешь что-то, телефон там, либо машину, и нужно красивую обложку придать. Красивый дизайн. Работа моделью. Либо на съемках могут быть кастинги. Может быть, это просто массовка, то есть когда на переднем фоне какие-нибудь известные актеры играют, а мы на заднем плане такие иностранцы, типа это все происходит где-нибудь в Европе. Ну а много платят за вот за массовку, допустим? За массовку дают от 400 юань в день и выше. Это за 8 часов съемок. Сейчас, за 8 часов. Такой ценник. Раньше он был повыше. 400 юаней – это 4000 рублей за 8 часов съемок. Да. Это самый дешевый, получается, вид работы здесь, именно вот массовки. И самый простой, потому что тебе ничего от тебя, ничего не требуется. Просто стой и все, да? Тебе скажут, как стоять, и все, особых требований нет. Кормят, транспорт, все это с них доставляется. Ну, неплохо. Будь здоров. Кстати, я знаю, китаец, если чихнет, никогда не надо желать ему здоровья, да? Они просто не говорят никогда, если кто-то чихнул там. Ну а почему они не говорят? Видимо, нету такой привычки. Вообще, кто-то говорит иногда, желает 10 тысяч лет. Почему 10 тысяч? Почему не миллион? Почему не тысяча? А именно 10 тысяч. Потому что это максимальная цифра,
которую можно сказать на китайском. Когда у нас все в тысячах измеряется. Тихо. Ой, тихо, тихо. Вот этот летит. Змей. Воздушный змей. Да, да. И что 10 тысяч? 10 тысяч юань – это 1 вань. Это у них самый крупный номинал считается. Не валюты, а именно цифры. И у них все цифры произносятся в 4 нулях. Когда у нас в 3 нулях, то есть, например, миллион, это считается 1000 тысяч. А у них уже идет сразу, переходит на следующую цифру – это десятки тысяч. И так как это считается самым крупным числом, они также советуют тебе столько прожить. Ну, у них one sway. Философски все подзавязано, да, в принципе? Да, да, да. То есть с древних времен. Да, да. Не просто пожелали 10 тысяч, а видишь, из-за того, что это как бы самый большой номинал. Да. Да. Почему данное дерево окружили таким забором? Не в курсе? Даже не знаю. Ну, это какое-то... Что написано? На нем метка стоит, то что это вот даже памятник. Ну, переведи. Это древний вид дерева. Называется охраняемое. Возраст его примерно 200 лет. Примерно высота, длина его 15 метров. А, подожди. 15 метров это чего? Высота у него 10 метров. Примерная толщина 95. Корень получается 95 сантиметров. Толщина корня. Красота. Древний фосфор что-то. Ох! Не совпадает именно вот структура языка, поэтому очень тяжело переводить. Я могу понять, да, то, что они сказали, но мне тяжело это потом на свой язык для других объяснить. Ну все, ребята, мы прошлись по этому парку, сейчас идем уже обратно. Зайдем где-нибудь перекусим, да? Ну все, вот такой парк, вы увидели его. Если хотите, можете приехать бесплатно, пройтись, погулять. Красивый вид на бизнес-квартал, так сказать. Ну, ничего, прикольно. Ребята, решили мы перекусить. Доехали, ну, в принципе, недалеко отъехали от бизнес-центра, да, где были. Сейчас будем есть что-то типа окрошки, но китайской. То есть китайская холодная лапша, она идет тоже немножко такая кисленькая. Чем-то напоминает, ну, по стилю именно нашу окрошку. Чем хороша холодная лапша? Спасает отлично вообще от жары, при этом ты наедаешься. Не знаю, как еще. Она вкусная? Ну, блин, она освежающая такая, очень вкусная, да. Ну все, давай, веди. Все. А, вот сюда мы пришли. Нихао. Такой маленькое заведение. Есть просто с овощами, а есть еще с мясом. Ну давай с мясом, наверное. Сколько стоит? Отдельно еще поставят просто тарелочку с мясом, это я вообще сам добавишь там что-то. Сколько стоит одна порция, стоимость? Стоит 22 юаня. Одна порция? Одна порция. Ну так как это район такой более элитный, поэтому здесь ценник немножко повыше. А, ну да, обычно в среднем я знаю где-то 10-15 юаней. Да, 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 вообще вот такая порция лапши так и будет должна стоить около 16 юаней. Ну все, ладно. Еще дополнительно пару блюд, они тут вообще по 3 юаня, это такие маленькие. На человека, то есть как раз, чтобы не переесть ничего. Это, например, картошка, которая слабо, быстро обжаренная на огне, она до сих пор хрустящая остается, как будто не дожаренная. Она есть в ней что-то. Советуешь тоже взять? Тоже советую.
Обязательно возьмем. Да. А это онлименция, хайши, Так, ребята, все мы заказали, дали вот такой чек. За все, за две порции я заплатил 56 юаней. Короче, что ты заказал, рассказывай. Или когда принесут, потом напиток, расскажешь. Arctic Ocean, это замена коле вот этому всему. Это местный напиток. Вот этот? Да. Ага. В виде мишки. Фирма Coca-Cola выкупила его на 10 лет. И благо уже срок вышел, и люди снова могут наслаждаться этим напитком. Почти везде он продается, именно по Пекину. Ну все, ребята, нам принесли. Говори, что здесь находится. В основном все это свежее, как раз таки идет. Огурец нарезанный, тонко, помидоры, ломтик. Капуста, это, скорее всего, в традиции, в корейской традиции, делать капусту, которая как бы заквашенная капуста. Но она такая более сладко-острая, не так кислым не так отдает. Половинка яйца, это обязательно. Скорее всего, может быть, для красоты они ложат, но и вкус, конечно, тоже ничего. Сочетается очень классно. И парочка ломтиков мяса, либо один ломтик, да. Вот это что? Так, здесь у нас вот она картошка, про которую я говорил. Это крахмальная? Не-не-не. Это просто обычная картошка, которая натерта на терке, но либо нарезана. Если это прям профессиональный какой-нибудь ресторан, там все профессионально делают, то вот. Ее обжаривают на быстром огне, там в течение буквально нескольких секунд. И она остается такой же, как бы, хрустящей. Кажется, что не дожаренная, но ее можно есть. Дальше, что еще? Вот. Кстати, у нас вообще, ну, в России называют ее камдича. 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 Возможно, кто-то слышал. Да. Тоже готовил. Дальше что еще? Водоросли? Это водоросли, да. Ага. Водоросли с чесночком. Это то, что реально китайцы умеют готовить. Это баклажан. Баклажан. Реально. Они его жарят, как бы, тоже по своей технологии. И это стручки. Стручки, их полностью прям можно есть, что с бобами внутри. Так. Это обычный арахис. Соленый. Сюда соленый арахис. Здесь? Да. А это соус. Его советовали прямо вот вложить в этот суп. Да. Китайского приема пищи это обязательно сначала съесть, а потом выпить. Нельзя параллельно запивать. Потом пить, да? Да. Оно как-то на желудок там что-то влияет. Так. Ну, сперва. Джеффрис. Давай. Пробую. Алло, Джеффри. Кисленькая, холодная. Ну, прикольно. Так необычно. Правда, необычный вкус, ребята. Капуста. Лапшу по типу окрошки. Помидор. То есть холодная лапша. С овощами, с мясом. Вкусно. Ты что, как там? Стручковый. Да, но он один открыл, сразу второй. Сушный и немножко чесночок. Вот это пробую. Картошка, да. Кажется, что недожаренная, но прикольно. Водоросли. Кстати, ребята не отдают водорослями. Как бы трава с чесноком. И баклажан. Вкусно прожаренный. Арахис. Арахис как арахис. Теперь сказали вот это. Положит суп. Сейчас попробуем немножко. Да, остренькие. Вот они добавляют вот это в блюдо. Я добавлю в суп. Помешаю. Сейчас попробую, скажу вам. Конечно, порция огромная, ребята. Это вообще можно на одного, на двоих заказывать одну порцию. На его территории.
симпатии у тебя на камеру. Вкусно, кстати. Остроты не чувствуется, но дает такой какое-то добавление вкуса чего-то. Прикольно. Ладно, ребят, приятного аппетита, будем кушать. Все, ребята, мы поели. Осталось, конечно, до хрена. Осталось Бинланд заточить. Да. Тут еще, когда мы взяли сок вот этот, как бы фантом вкус, апельсиновый газировка, что ли, местная, бутылку надо оставлять, но нам за это дали... Два сока. Покажи. Бесплатно. Бесплатно два сока дали, да. Вот таких вот. Персиковый сок. Китайский персиковый сок. Теперь, что ты сейчас мне дашь? Бинланд – это плод, замоченный в растворе из алкоголя. Кофе и мяты. Его надо просто жевать, как жвачку. В течение минут 10 примерно. От него есть какой-то тоже эффект. Он придает вроде как энергию. Бодрость. Прилив бодрости, но возможны и какие-то отклонения или как-то... Побочные эффекты. Побочные эффекты, да. Это возможно в груди может сдавливать. Угу. Либо тошнота. Но это все быстро и временно. Давай, открой мне, пожалуйста. Открыто. Давай. Покажем, как выглядит. Такая интересная штука, вот такой вымоченный плод, разрезанный напополам, внутри изюминка. Изюм... И все, ее просто закидываешь в бок челюстями ее. Просто ее жевать, просто глотать жевать. Слюни, да? Да, глотаешь слюни. Так. На боковые. Угу. И в течение 10 минут. Так, ребята, пробую. Жестковато? Да. Вкус такой мята, мята. Мята есть. Но кофе, например, не особо чувствуется, да? Вот. Так, мы там оставили. Там опять должен ходить, да? А еще знаешь, такая у них есть поговорка? Пустая сишки. Кого? Сишки. А. Разные такие интересные поговорки, что больше всего подходит. Вот, например, под этот Бинланд лучше всего покурить сишку. Ага. Может ее и заценить. Наверное, даже не взрывает. Ребята, у меня полный рот этой фигни. Да. Еще надо покурить. Да, да. Параллельно жуешь и куришь, короче. Сейчас я покажу, как это выглядит. Что это во рту у меня. Вот такая фигня. Да, она и раздувается. Но это корень или что? Это плод. А, плод, плод, да? Сейчас. Дым как-то перебивает слегка вот этот привкус. Да. И говорят, что это самое классное именно удовольствие, это во время именно жевания вот этой штуки. Бинланд. Покурить. Бинланд. Что китайцы столько не придумывают? Больше распространено оно на юге. Северяне. Но многие не предпочитают этот плод, то есть им показываешь, угощаешь. Угу. И не-не-не, я не люблю такое. Ну конечно. Это либо у них эффект какой-то, что голову дает сильно, либо еще что-то. Разное бывает. Но на юге их частенько. Даже дети 12-летние могут их в течение дня только они скушают всегда. Короче, ребята, вот этот Бинланд не любителям. Да. Каждый день. Я бы, наверное, не жевал бы каждый день. Сейчас покажу, что стало. Вот. Волокна. Да, волокна, но вкус еще есть.